Шуба-дуба-дуба-па-да-па-па. Е-е-е. Кря. Братик, YouTube нормально не присылает оповещения, поэтому подпишись на рассылку ВК, чтоб тебе все доходило. Спасибо. Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы с тобой поиграем в игру под названием «Кто первый сдохнет?». Вот этот вот парень сдох, ха, все, сдох, он проиграл. Мы сегодня с тобой будем решать, кто первый умрет. В прошлой серии вам понравилось неожиданно. О, что-то новое. Так, девушка идет к паркингу, и ее ждет тракторист. Кто-то сказал, наверное, 300, и он готов уже ехать. Девушка села, девушке нормально, девушка чувствует... О, парочка подошла мимо нее, парочка проходит и села рядом, начала обниматься. Парень такой, мне приятно, но я уйду. Он ушел на другое место. Его пора было. И к нему снова приходит, он такой, суки, ненавижу вас. Кто первый умрет? Ну, наверное, вот эти парни первые умрут, он их первыми убьет. А, подожди, кто из них? Ну, вот вы умрете по-любому. Эй, куда побежал? А, окей, он поехал. Нет, он взял бульдозер, я так и знал, что они первые умрут. Он взял бульдозер. Ну да, бульдозер же показали не просто так. Вот именно так нужно находить себе пару, понимаешь? Если у тебя нет девушки, убей их! Нет, не надо так делать, не надо так делать. Только не, сука! Что это такое? Че ты выпендриваешься, умный самый? Глянь, напялил на себя какого-то дракона, фу, лох. Самого лица нормального... Бля, девушка бежит, типа, классно. Че ты лагаешь вообще? Пошла вон! Пошла вон! Пошла вон! Принеси мне фотографии Человека-паука. Так, вот это мы видели с тобой. Кто первый умрет? Ну, два парня рубят дерево. Кто первый умрет? Ну, наверное... Блин, наверное, вот этот парень первый умрет. На него сейчас упадет ветка. Хотя, возможно, не упадет. Я не знаю, тут трудно сказать. Сверхра... Что? Правильно. Зум. Сверхразум. Вот этот молодой человек счастливый. Почему он его решил убить? Почему он решил его убить, я не понимаю. Он ему денег должен. Он тоже парочку нашел. Я понял, он нашел себе девушку. Все вот эти вот влюбленные парочки, которые на улицах обнимаются. Вот что с ними будет. К ним приедет бульдозер или на них упадет ветка. Нет, это злобно. Так, тут что будет? Ну, по-любому сейчас вот этот упадет. Так, подожди. Вот этот молодой человек потянет, наверное. Он упадет и умрет. Он умрет, он умрет. Сейчас вот эта штука... Ты дебилятор или куда? Или чего? Дебила? Кусок. Он просто решил саморипнуться. Он такой, эй, мне надоело жить. И спрыгнул. Ну, в принципе, я догадался. Так, тут кто первым умрет? Ну, два парня хотят драться, это нормально. Да, это классика. Смотри, вот этот сейчас упадет. Вот этот сейчас побежит. По правилу рычага вот этот упадет первым. По правилу рычага вот этот упадет первым. По правилу рычага он упадет. По правилу рычага он упадет. Я тебе говорю, по правилу... Беги! Беги вперед! Че стоишь, ты дебила, кусок? Идиот. Идиот. Придурок. А почему? По правилу рычага он же должен был перетягивать. По идее, веса у них одинаковые, нет? Или я тупой? Наверное, я тупой. Смотри, вот это вот я. Вот, видишь? Вот-вот я. Зато я богатый. Но тупой, да. Ладно, я потерял свои ключики, да и не важно. В офисе два молодых человека работают. Они просто работают, у них все хорошо. Потом один из них начал курить. А этот такой, у сука. Начинает кашлять. Умрет вот этот первым. Хотя, возможно, этот от кашля умрет, но я думаю, умрет вот этот первым. Сейчас этот психанет и убьет его. Вот так будет с каждым, кто курит на работе. Понимаешь? Не кури. Не кури, иначе в тебя прилетит стул. Я себя плевал в монитор. Ай, бляха. Так, о, опять драка. Ты что сказал про мою маму? На, сука. Давай, он убил Толика. Давай за Толика. За Саню. Этот парень просто упал и умер. Почему он умер? Так, вот это спортсмены пошли. Так, кто умрет первым? Ну блин, это сложно. Ну вот эти двое умрут. Вот этот, к примеру, умрет. Не, ну он один. Но это было бы слишком очевидно. Я думаю, вот этот умрет. Да-да-да, тыкни, тыкни! Он не тыкает. Неважно, он не тыкается почему-то. Ну я так и знал! Я ж хотел на него нажать! Я хотел на него нажать, ты видел. Я тыкал кнопочку, ты видел. Двое, вали его! Оно не сработало, потому что, не знаю, что-то странное. Так, хорошо.
Это, походу, PUBG. Ну, в PUBG я умею, в PUBG я шарю. Я в PUBG самый лучший игрок. Мало кто из вас знает, но PUBG я грандмастер. Я грандмастер в PUBG. Вы это знаете. Зомби какой-то к нему идет. Парень ждет просто автобус. А это зомби, он устал. Зомби устал, ему грустно. Колбасы нету, вот он грустный. Умрет первым. Он такой, ебать, зомби, дай-ка я уйду. Поклонился зомбаку. А, это бабушка. Ля, упырь. Бабушка хотела сесть, а этот такой, не, я свою жопу посажу. А этот такой, ты что, дурачок? Убей его. Он сейчас умрет первым. Еще бабушка. Да! Ну, это было очевидно. Всегда так делаю, всегда так делаю. Хотя на самом деле у меня было такое, что бабушка хотела сесть, какой-то парень не дал бабушке сесть, и бабушка дала ему кулаком в лицо. Бабушки на самом деле прикидываются. Мало кто знает, но бабушки это киборги. Бабушки это киборги. У бабушек есть два состояния. Либо им плохо, и они грустные, им печально, им тяжело. Либо бабушки это киборги. Ты когда-нибудь видел, как бабушка бежит за скидкой на колбасу в 2 рубля? Она бежит настолько быстро, мощно, стремительно, что ее не остановит бульдозер. Если вот тот парень из первого видео поехал бы на бабушку, которая бежит за колбасой за 2 рубля дешевле, она бульдозер просто на! И унесла бы бульдозер. Я тебе говорю, бабушки реально жесткие иногда бывают. Или когда очередь. Вот когда очередь, это вообще капец. Так, но тут не работает уже. А, смотри, тут оно поближе. То есть вот, я не знаю, вот это вот упадет. Вот это упадет, я думаю. Вот, все, я понял. По правилу рычага, вот эта шняга ближе. О, нет, вот этот умрет! Вот этот умрет! Нет, я был неправ. Я дебила кусок, я не посмотрел внизу, что происходит. О, какой я тупой. Шучу. Ура! Наконец-то можно следить с королем мертвецов. Ура! Сколько монет выпало? Супер! Супер! Ура! Ух ты! Ух ты! Воу! Неправильно отыгрываешь, надо было вот так. Прикинь, я бы так же в Майнкрафт играл. Вау, я дерево выбил, супер! Зовите меня! И где Султан вообще? В смысле? Мне нравится Султан больше. Так, ну вот это мы уже смотрели, подожди. Вот этот молодой человек сейчас упадет. Мы же проверяли это. А почему он поумнел? А почему он поумнел? Он же поумнел, он же был тупым. Я тупой, я тупел. Я тупел, потому что он тупой. Он настолько тупой, что тупел я, понимаешь? Настолько это невероятно. Так, парень идет с девушкой гуляет. Им хорошо, им прекрасно. Они такие, романтик, сяу-сяу, миси-сяу. Моя любимая Лидочка, давай. О да, мой Дима. Но к ним едет велосипедист, который очень ревнует. Сейчас он по-любому скажет, смотри, Тянка, поехали со мной. Привет, Тянка, я влюблен в Тянку. Тупые велосипедисты! Ненавижу велосипедистов, они всегда забирают женщин. Что? У тебя есть велосипед? Я скажу тебе да. Все мы знаем, что девушки ведутся не на машину, а на мотоциклы. Поэтому сейчас она уедет. Шляндра! И она такая, все, я пойду. А что ты и подсрачник не отпустишь? Ну отпустил бы подсрачник. Мы это видели уже? Я все еще недоволен. Ей надо было отпустить подсрачник. Вот парень на машине. Ага. Почему они не отпускают ей подсрачник? И сейчас он упадет, да? Я правильно понимаю? И сейчас она упадет. Ага, она падает. И она такая, помогите, помогите. Смотри. Значит, вот этот парень сейчас падает, а вот этот парень сейчас спасает. Ты спасаешь. Да? Правильно? Я не помню. Я не помню. Сори, я тупой. Ты спасаешь. Смотри, вот этот падает. Хрус! Пойдемте долбиться, парни. Зачем нам девушки? Ай, бля, куда он летит? К твоей мамке бежит, смотри. О, бля, бегу к твоей мамке. И вот он счастливый, когда твою мамку нашел. О, не, этого не было, ребят. Этого не было. В конце не такое было. Они пытались помогать. Так. Ой, две девушки стоят в велосипеде. Да, это велосипед. Стоят в велосипеде и такие лянь-понтовые. Фу, бля. И он умирает. Кто умрет первым? Ну вот этот, он сейчас его убьет. Ты что-то передержа, ты не умрешь, правильно? На. Хорош. Ничего себе! Слушай, братан, ну это как-то слишком жестко, мне кажется.
как-то слишком жестко. Ну, типа, какой-то поц пернул в лифте. Ну да, это неприятно, но убивать его за это... Убивать его за это слишком, мне кажется. Я понимаю. Парень бежит. Поставил флаг. Я поставил флаг, я бесполезный кусок дерьма. Другой парень бежит такой. Я сейчас сам поставлю флаг. Пошел он. Поставил флаг. Пошел он. Я поставил флаг. Двой. На. Давай. Хоба. О, хорош. Теперь задний. Хорош. Ебать. С расстояния его ударил. Он аж трясся начал. Он трясется аж. У него эпилепсия началась. Так, кто кого убьет? Они друг друга вырубили. Отличная битва. Вот этот парень подходит. На, уворот. На. Что ты творишь, дурачок? Кто умрет первым? Вот этот умрет первым. Он повернулся. Сейчас сниму сзади. Не говори гоп, пока не убил, понимаешь? Не говори гоп, пока не убил. Это прям такой Mortal Kombat. Вот Mortal Kombat 9 со-со делает по сравнению с этой игрой. Ой, опять парень бежит. А где вот этот вот челик, который такой, вау, какой красный лут, я прям теку, ой, пойду потеребонькаю на него. Где он? Мне его не хватает. Вот ты когда-нибудь играл на улице на гитаре? Там гораздо больше бабла даю, чем в этой игре, я тебе говорю. А кто султана своровал? Я султана хочу. Так, ладно, парень сидит и такой смотрит кино, и к нему подходит девушка с парнем. Опять. И начинает опять лизаться. Ну вот чё вы лижетесь? Чё вы лижетесь на людях? Некрасиво же лизаться на людях, понимаешь? Парень говорит, что я forever alone. Я грустный, печальный, зато у меня есть рука. К нему подходит девушка. И говорит, а я лучше руки? А он говорит, нет. Конец истории. Он смотрит на девушку, девушка смотрит на него. Они влюбляются друг в друга. Почему в жизни так не работает? Какой-то другой поц подходит. Другой поц подошел. Между ними. Вот ты сука. И девушка влюбляется в него. Как это работает? Что здесь за девушки такие, я не понимаю. Что здесь за девушки такие? Их убивай. Парня убивай. Что здесь... А. Я думал, он уже поступит как адекватный человек. А он просто взял и такой, на. Что здесь за девушки такие? То они уходят за машинами, то они заходят за велосипедами, то они уходят просто за парнем, который рядышком сидит. Ладно, неважно. О, любовная история. Он написал девушке и говорит: Husband is mad Facebook. Хей, что делаешь? Я люблю тебя. Как всегда. Она говорит, красава. Заебись. Я люблю тебя больше своей жизни, потому что ты моя жизнь. Я написал твое имя в песке, но оно смылось, поэтому я его смыл своим лицом. Я хочу тебя, девушка. Сообщение не отправлено. Умрет парень. Я вообще не знаю, кто здесь умрет. Парень пошел... Справедливо. Вот представь себе, я маленький ребенок, который не знает, как поступать, если мне отказала девушка. Я написал девушке: привет, девушка, я тебя увидел в первый раз в своей жизни, теперь я тебя люблю. Я написал свое имя на песке и сказал, что я тебя люблю. А она такая: нет, я не буду тебе отвечать. Че, мне убивать ее за это? В принципе, справедливо. Окей. Парень слушает музыку. В 12 часов ночи. Кто первый умрет? Ты умрешь. Ты должен умереть. О, с бомбой! Майнкрафт, блядь! И спать лег. Такой дебильчик, надо было полицию вызвать. Полицию вызвать надо было, понимаешь? У меня соседи также, у меня соседи рядышком со мной постоянно вот так вот тусили. А знаешь, почему он умер? Потому что не удалил орех. Если бы он удалил орех, он бы не умер, бомба его не тронула бы. Опять девушка. Девушка идет в туалет. Ой, ну только в туалет-то за ней не идите, ребят, ну это как-то трэш. Девушка села на туалет, это важно. Парень сел на туалет. Парень подумал и решил пойти к парню. Смотрит на парня. Нет, он передумал. Хочет, наверное, все же к девушке. Он думает, кого я хочу, девушку или парня? Подошел. А вот это незаконно! Девушка такой, о боже мой! А он такой, хе-хе-хе-хе. Кто первый умрет? Да ты по-любому. Ты, сейчас девушка тебя убьет. Два! Хорош! Я тебе говорил когда-то, в женских туалетах творится магия.
Если ты хоть когда-нибудь зайдешь в этот женский туалет и увидишь магию, ты не сможешь жить. Ты не сможешь жить. Ты будешь как этот минотавр, понимаешь? Вот эта вот девушка. Вот эта вот типичная девушка. После того, как ты заглянул в ее туалет. А вот это вот ты убегаешь от нее. Такой, а, блядь, съебываться. Вот это вот тоже ты. Смотри, что с тобой будет. Вот это вот девушка. Что будет с тобой? Не заглядывай в туалет, это плохо. Я не виноват, что султана нету. Я не виноват. О! Так, кто умрет первым? Ну, он вот так вот полетит. Блин, наверное, вот этот парень на самом деле, я думаю. Ну, давай вот этот. Потому что не вот этот, это точно. Он сейчас вот так вот. И... Да в смысле? Он же должен был быстрее ехать. Он должен был по скорости проехать и полететь вот так вот по параболе. Парабола, гипотенуза, косинуса, синуса. Я все прочитал у себя в голове. И игра неправильная. Игра неправильная. Не-не-не. О, султан! Я думал, реклама сейчас будет. Так, опять парень с девушкой едут на велосипеде. Эти велосипедисты. Опять девушку себе отхапал. Вот как не стыдно. Сзади них атомный взрыв. Романтика. Они любят друг друга. Всю ночь. Милота. Красота. Милота. Они все еще любят друг друга. Они всю ночь сидят на лавочке. Но вдруг приходит парень на машине. И девушка такая: о, да, люблю тебя, да. Хочу машину. А парень говорит: нет денег. Она такая: ну бля. А парень такой: эй, я тебя тоже люблю, девушка. А чё они оба счастливы? И девушка такая: да, я тебя тоже люблю. И парень такой: what the fuck, dude. Ох уж эти девушки. Кто первый умрет? Да вот эти вот по-любому умрут. Давай, мужик, я надеюсь на тебя. Давай, отомсти. Отомсти, ракетник сюда встань. Они любят друг друга и атомные взрывы. Во, хорош! Бомб! Я уверен, что это работает не так, но это справедливо. Почему никто никогда не увозит парня? Это несправедливо. Опять летит к твоей мамке. Где мой султан? Где султан? Я хочу, чтобы был султан, чтобы я мог с него орать и стебать. Султана нет, нахуй мне вот этот бегущий паренек. Зарабатываю бабло. Опять? Дай-ка угадаю, сейчас приедет кто-нибудь и баба опять не уйдет. Какая-то игра сексиста. Ого, о, what the fuck? Эй, спокойненько пошел домой. Давай девушку тоже. Ебать, что девушка творит, хорош. Давай, давай, Людка, давай. Ну, вот это она держит удар. Ебать, вы что творяете? Девушка еще поднимется и убьет его. Бам. Девушка, вставай. Давай. Что за Mortal Kombat пошел? Девушка, вставай. За муженька отвечай. Ой, она ковыляет к бою. Она ковыляет к своему бою. Блин. Я ожидал, что она что-то сделает сейчас. Обычный день в России. Уже наступила ночь. Тоже романтика на самом деле. Нет, она умирает. Кто первый умрет? Вот этот парень. Сейчас он, у него ярость врубится. Бам. Ковыляет к ним. Мяу. Типичный день в России просто. Я понял, это Бэтмен. Это Бэтмен. Это убила, умерла его мать. А это Бэтмен. Слушай, я не был готов к драме. Я не был готов к тому, чтобы было грустно. Я был готов к тому, чтобы поржать. Ура! Ура! Баба умерла! Ура! Запускает ульту! Он запускает ульту! Счастье веселье. Вот по этой мини-игре можно написать было бы мультик. Живут как-то Люда и Лёша. Они живут. У них любовь. У них сяо-сяо, мы не сяо. Все прекрасно. Но вдруг на них нападает Сян Хуан Хуй. Это китайский борец с парочками влюбленными. Вот. Он нападает, убивает Люду. И Алексей не может терпеть этого. Становится Бэтменом и уничтожает своего соперника. Я бы посмотрел такое аниме. Или фильм, или мультик, неважно. О, бей маленького ребенка! Рус! Ой, то есть нет! Получай, вот что будет с каждым, кто бьет детей! Никогда не бей детей, сука! Ого, он перекатами пошел! Перекатами пошел!
Ебать, что творит? Вот на этого, вот этого, вот этого, вот этого, вот этот умрет! Что с ним происходит? В него вселились демоны, вызывайте экзорциста! Он все еще трясется. Почему меня веселят двигающиеся трупы? Что со мной не так? Ой. Так, кто первый умрет? Вот этот парень. Нет, вот этот парень. В него выстрелит. Изи. Звуки были такие, будто там какой-то конь едет. Ладно, я думаю, что сейчас все. Рекламу посмотрим и закончим. Где мой султан? Где султан? Какой алмаз? Нахуй мне твой алмаз? Мне не нужны деньги, мне нужен султан. Ради султана готов царство продать. Где султан? Я хочу ржать. Я хочу смеяться. 5 минут. Меч ангела страданий. Вот это вот мое. Я вот страдаю, потому что где султан? Без султана жизнь как бы не Алла, понимаешь? Ладно. Ладно, ребят, я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Мы узнали с тобой, кто первый умрет. В следующей серии, если вам вдруг понравится, можем еще продолжить. Ну а пока что на этом все. Всем пока, до скорого, удачи.